выходят. Нет, так-то нормально по колее едли и все. Можешь брать немножко чуть-чуть правее. Мникая колею. О! Сейчас я все равно стащу. Все нормально. Перебит. Может поэтому и... Проволока. Проволока. Мы приехали на белое. На белое тут у нас конкуренты. Приехали на белое. Качаемся. Орки со вчерашнего сырые все. И вот оно белое. Сейчас закрылся, разберемся. Да сейчас траву из травы выйдем. Не могут, блин, прокосить дорогу. О, хорошо. Опа. Хорошо. Обязательно озвучивать какими-то нецензурными словами. Я тут, понимаете, даже разговариваю. Алло, вот мы нашли, где связь на озере. Как? Связь, говорю, вот только здесь появилась, на озере. У нас жара тут такая невыносимая, 3 дня была. Мы по речке сейчас сплавлялись, там связи не было. У вас это... Загораешь? А чего? А чего не загораешь? Сейчас. Время час. Да блин, давай, включайся. Летает. На. Давай. Сообщение потерли, сообщение потерли. Давай.
ладно. Просто видео. Я на этом озере клев на удочку еще не видел. Вот цепляй мелочишку и это. Так а чего вы тут стоите? Пока готовим еду. Вон, 2-3 жерлицы. Есть во что их посадить? Телок? Поймал, тут же насадил. Видишь, у тебя тут же ловится. Надо, нет? Здесь котелок пока еще не оборудован. Вот, подошел. Так нечестно! Вы видите рыбу! Какой аквариум, да? Так, говори, куда кидать. Да вот сюда же и бросай. Это нормально на живца. Это живец, да. Ловим рыбу по наводке. О, выпрыгнул. Вот для чего крышка, блин, в этом самом. Чтобы они не выпрыгивали. Это окунь. Какой, а? Симпатичный. Один подманивает, другой снимает. Надо это не взять. Бригада. Причем тут все идет. Вообще. Тихенькие эти. Надо этого здесь, как скажи, скажу. Одной. Красноперка здесь на удочку ловится только очень мелкая, очень мелкая. А крупная... Вот на этот. Камеру.
воткнуть. Нет, пускай она там все время стоит, пока мы готовим. Там у нее проявить какие-то. Видите, какая вода прозрачная. А щука не видит. Вода водянистая. Никто не косит траву, вот что хочешь. Лес так вырубили, да? Самое на камере раньше фильтр стоял на это такой наклеен, он поцарапался, он блики с воды тоже снимал, как будто ты, ну как, да, он поцарапался. Сейчас я без фильтра снимаю, как получается, так и получается, потому что я вот сейчас в очках смотрю, я все дно вижу под нами, просто пустое дно. Очередной. Домой! За мамой! Повредила немножко жабры. Ну, конечно, она сниматься не хотела. GoPro стопидила.
камень. Да? Придется здесь опять музыку. Вон, даже отсюда видно озеро. Вон оно. Просвет видно. Да. Просвет видно, да. Да. Вот очередной улов Женькин большой. Целуй. Любит он это дело. С детьми. Как называется это, блядь? Это называется любовь к природе. Просто опять видео. Будь-то у нас сегодня снимется. Да что ты выпрыгиваешь-то? А? Снимается. Здесь боблер там. Пипец. Да. Разве дадут нам? Спокойно, неси. Спокойно уйти отсюда. Минут. Да ладно, пускай тащится. Ну вот, поцелуй. GoPro 100 видео. Вот тебе и воблер, вот тебе и подсак. Кто знает. Оно у тебя сразу на бросок, похоже, реагировало. Не то, что там специальный воблер, а просто она, ты попал, где она была, когда бум. Тут-то мы уже все ловили, а там-то нет. Женя, мы туда сплаваем. На тот берег пошли. Пока ветра нет. Очередной идиот, блин, будет отпущен, блин, будет поцелован и отпущен. Сейчас я ему жабры поправлю, а то что-то неплохо ходит. Не, мы с Мишкой покрупнее, а оно уходит. GoPro 100 видео.